Добрый день, друзья. С вами Квестоник. Сегодня мы играем в City Police Limo Car Driving. Так, здесь мы вводим вот такие вот лимузины полицейские по вот таким вот дорогам. Да. В небе, походу. Странная, конечно, игра, но ладно. Смотрите, какой руль тут странный. Очень неудобный. Не знаю, не могу к нему привыкнуть. Так, приехали. Так, у нас новый лимузин. Синий. Соответственно, новый уровень. Так, здесь уже что-то такое интересное. Так, это камни. Понятные. Вроде без труда проехали. Это короткие уровни. Одна, этот тоже прошли с легкостью. Идем дальше. Проехали. Так, тут особо разгоняться, потому что этим рулем. Странный, кто его так сделал. Так, вот здесь еще могут быть пропасти, посмотреть. И там еще давались очки до того, сколько времени пролетел в воздухе. Соответственно, чем больше пролетел, тем больше очков. Конечно, рубль это просто. Разработчиков этой игры надо уволить. Все. Так. Мы едем дальше. У нас еще один лимузин дали. Тоже синий, правда, но тоже новый. Пропасть, наверное, будет почти. Так, вон, сколько заработали за этот прыжок. И короткие уровни, только настраивайся сразу все. Так, снова черный лимузин. Вообще сразу с старта видно. Просто прямая дорога. Понятный уровень для зрителя. Так, у нас новый уровень. Новочерный лимузин. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, наверное, перевернется. Должен. Тут трудно развернуться. С таким рулем. Я никогда не привыкну. Ой. Так и знаю. Мы продолжаем, наверное. Бонус нам дали здесь. Надо. Да, вот так вот. Тогда точно привыкну к этому рулю. То, что ты додумался его. Уже подлиннее будет уровень по сравнению с предыдущими. А здесь надо тоже прыгать. Ой. Так, что у нас дальше? А не вижу финиша. Прыгать. Так, вот, видно. И камни еще посреди дороги, непонятно. Дают. Опять быстро.
продолжаем. Даже не видно, ага, знакомая трасса, похожая на предыдущую. Нет, как показал, вон он же где финиш. До него далековато ехать. И пойдем, упадем. Так, продолжим. Это мы сначала начали. Так, здесь надо быть аккуратнее. Там где-то прыжок был. Вот здесь. А не, не здесь. Дальше чуть-чуть. Вот здесь вот. Теперь тоже знаем. Поэтому со второго раза по-любому должны пройти. А вон там спуски крутые. Аккуратненько. Приехали. Так, не без труда мы прошли тот уровень. Смотрим, что будет в этом. Прыжок. Я научился заранее увидеть. Тоже. Так опасно было. Хорошо, что тут эти отбойники стояли, то бы вылетел прям с дороги. Не рулит, а страдание. Так, что у нас в этом уровне? Это кривая дорога. Куча камней. Трудновато будет. Так уж трудно. Будет хуже. Финиш. Еще надо доехать. Три. Сразу препятствие. Где? Что же будет дальше? Интересная дорога. Интересная. А и сразу думал, будет посложнее. Посмотрим, и это мы пройдем, и не такое мы проходили, пока не вижу это. Теперь вижу, дорога извилистая. Тоже вроде ничего сложного. Но все равно. Это, наверное, был последний уровень. С вами был Квестоник.
Всем пока.